Это было круто. Ага. Ты готов, я готов. Начинаем. Давай, погнали. Здорово. Витёк и Стас, с вами это Кролики. Всем привет. Привет, привет. Мы продолжаем наше путешествие по пляжному миру в коопе, да? Да, да, и немножечко читерим. Да, мы решили, что, ну, проходить как-то... Я тебе прислал, кстати, приглашение. Сейчас проходить в рукопашку, в смысле, по-правильному, но что-то как-то... Хотя, знаешь, вот с этими же получилось, как с трактором-то, с подводным. Но с другими, возможно, нет. Не, ну, кстати, мы люто влетели с тобой на этом катере, было круто. Да, ну, мы попробуем, не получится зачетерить, не получится зачетерить, попробуем опять по-нормальному, ну, как обычно это делается. Мы в 3-4 пойдем? Да, в 3-4 было бы нормально. Давай, все, ныряем. Мы же там вроде уже с тобой были, да? Мы с тобой пощупали. Да, мы так пощупали, посмотрели, сказали, что, о боже мой, как страшно, и все. Бросили это дело, да? Здесь надо прыгать задом, помнишь? А, точно, задом. Да. Ну, либо кто-то должен тебе помочь. Прыг, прыг. Опа. Да, как я? Молодец. Да, сейчас все. 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 Слушай, а наверху что интересно? Можно туда насекретничать? Оп-оп-оп, тихо. Оп, смотри, как я тебя подпрыгнул, а? Вообще. Подпрыгнул меня идеально просто. Оп. Тихо. Ты главное выдохнуть. Шустрый острый кролик. Ты могёшь? Сейчас, я подкинул, смогу. Да, я помню. Я не забываю хороших поступков. Подкинул, молодец. Подкидыша сделал тебя. Нет, тихо! Нет. Тихо. Давно не играли, мне страшно. Ух ты! Нормально ты вылетаешь. Фух. А там внизу, кстати, шипы вот под этим ящиком. А, нет, погоди, они за ящиком, да? Там как надо хитро выпрыгивать через ящик, я помню. Так, я поплыл. Давай. Ты первый. Давай, ящик, плыви. Чё ты не плыви? А, тут ещё задохнуться же можно, да, я забыл. Я чуть не задохнулся от этого упора. О, слушай, а может быть надо как-то ящик туда вытащить на эти ш... Нормально. Ну, идеальное место нашел. Давай. Ты могёшь, давай, я в тебя верю. Опа! Отлично. Тихо. Теперь я. Как так-то, Стас? Я хотел отклониться назад и умер в шипы. У меня ноги соскальзывали. Ты был не лучше. Так, ну чё, мы будем пытаться этой хитрожопить? А тут, кстати, сложно делать это. А, подбил меня. И чмокнул, по-моему, в лобби. Давай, хватай меня за лапы. Я сейчас нас направлю, как говорится, куда надо. Здесь, кажется, мне будет сложно, но я попробую. Хочу наверх слетать, посмотреть, что там. Давай. Там стартануть-то. Давай. Воу! Перестартовали. Я спину себе сломал, а пальму. Все пальмы пободрали, господи. Ироды! Ироды! Сейчас Гринпис приедет за вами. Опа! Тихо стоять. О-о-о! Слушай, ну мы куда-то вышли. Эта фигня здесь тоже есть. Это исследование мира! А там внизу морковка! Внизу морковка! Где? Под минами? Вот, да, под минами, смотри, лежит. Я думаю, знаешь, что надо делать здесь? Здесь надо разгонять вот эту штуку. Скутер, да, этот? Бросать его? На мины. Он всё нафиг повзрывает, да. Слушай, здесь даже залезть невозможно без скутера. Добро пожаловать в ад. Так, ну видишь, значит, можно либо четыре через верх, либо вот здесь внизу пытаться. Как? Воу-воу-воу! Блин, мы как в мясорубке, два кусочка мяса. Это похоже на какой-то цирк, я не могу понять пока на какой. Возможно, это какой-то французский бюссолей, да. Видишь, как надо. Воу! Да как? Хорош! Распрыжка, сэр. Ну-ка. Бульк. Держи. А, лапками потрогал шипы. Так, я мокрый кроль. Да подожди, ты куда там убегаешь? Я ж не запрыгнул, кстати, он с места запрыгивает нормально. Да я говорю, я с места запрыгнул уже.
Но ты на распрыжке запрыгнул. Не, ну до этого я спрятался, с места сделал. Осторожно, шипы, ну что? Маленький желтый кролик, иди отсюда. Я ж прям с жопкой сел, ну ты че творишь-то? Вываливай сквозь шипы, так тебе и надо. Что у нас борьба, кто кого выкинет из этой комнаты. Кто кого выкинет, да. О, нормально. Вот и сиди там. Я нюхаю цветы. А я хоть поиграю нормально. О, началось, я хоть поиграю нормально. С вами не очень. Я на выход шел, ты меня сбил просто. Мистер Шмидт поганый. Иди отсюда, кролик. Вот так вот тебе. Стас под водой орет. Да-да-да. Да вот как ты мог это сделать? Ты должен был прыгнуть прямо. Ай, блин. Ну ладно, вот раз не буду тебе мешать, сам закосячил. Бульгумное существо. Это кто? Ну ты похож на бугульгум. А, ну да, я такой розовенький. Как бугульгум. Бугиль-бугиль, бум-бум. О, смотри, можно вот так вот весить. Хорошая идея. А потом в последний момент так. Раз. Ага, раз. Давай, еще раз. Раз, еще раз. Еще много-много раз. Слушай, ну здесь самое опасное место на самом деле, вот с этой штукой. Я фантомас. Еще много раз. Давай. Да, прям на шипы. Сдайся уже в конце-то концов. Не-не-не, я просто хочу посмотреть, стоит ли читерить. Да нет, мне кажется, мы с тобой как раз сейчас ты прыгнешь, и мы дошли. А, нет, смотри-ка, нифига не дошли. Сейчас, погоди, я хочу посмотреть эту карту. Жестко. Смотри. О, нифига себе, тут надо отпрыгивать, да? Ага. Да, по-другому никак, чисто с отпрыжки, прикинь. Тут надо распрыгиваться, да. С отрыжки. Давай, покажи. Слушай, ну рано, читерить это реально тут вариант, потому что тут... От рыжей мартышки. Тут вот так вот нормально проходить, мне кажется. Мы охренеем. Надо еще попробовать рассчитай угол. Кибубальгум! О! Не в ту сторону нажал! Черт! Трюк не удался. А так эпично было бы. Хочу посмотреть это. Далеко ли мы туда вычетырили? Во, хорош. Или остать сложно. Ну так надо ловить баланс. Оп. А, вот и я сюда, мы сюда и прилетели. А попробуй проехаться на скатере, на кути, на донат, скутере. Донат, погоди, я в Twitch и Ютубе, друг Витька пишет. Друг Витька поддержал на 250 рублей со словами. У меня просто стрим называется. Я в Twitch и Ютубе. Вечерний Виктор и его друг. Понятно. Видишь, да, этот друг как раз появился. Ну погнали. А, ну тут видишь, как бы прыгнул. Я думаю, надо вот эту штуку туда отправлять, на эти мины. Да, ее надо по-любому отправлять, потому что по-другому ты ее даже... О, она сама пошла. Смотри, понесло. Меня чуть не убило ее. Ой, я умер. Ты оглушануло, да? Да. Ну понятно, тут в общем читерим, и там мы уже почти под финиш попадаем. Давай. Хватайся за мой хвостик. Так, ты сможешь? Юху, на взлет! Сейчас в мины прям. Чуть-чуть не долетели. Что ж ты не крутил? Уху! Уху! Так. Ты куда ты меня тянешь? Ну-ка, наверх. Направо нажми. Нет. Нажми, напиши, вертикально встали. Ладно. Во! За одну ногу тебя держу. За одну держишься. Походу, да. Так, тут главное далеко не улететь. Стой. О! Так, мы поедем, наверное, да, на нем все-таки? Да, как раньше, я схвачу его. Да. Так, только вот с тебя неудобно хватать, если честно. Нет, стой! Вот это вот. Обратно ты не уедешь на нем. Хватай морковку. Я теперь не знаю, надо как-то за тобой добраться.
Да все, я умер. Как так? Я попытался к тебе приплыть, но не так, смог. Так, а подожди, я попробую. Да не-не-не-не-не, тут надо просто барахтаться ногами очень быстро на поверхности. Ну, я тоже так думаю. Прям по поверхности плыть. Глубоко не заныривая. Но это очень сложно. Не-не-не. Все равно цепляешь. Ну, возьми мои ножки. Да куда ты хватаешься? Кролик и Болик, блин. Ну возьми ты их, господи, вот они. Я тебя взял. Взял. За пяточки. Я думаю, долетим. По-моему, долетели. Думаю, говорит, долетим. Шмяк. Нет! Ну-ка, накрутись наверх. Стас. Стоять! Господи, как ты меня избиваешь. Опять умерли. Оп, стоп, все, летим. О, пузиком прям куда надо. Идеально. Ну что ж ты делаешь, Ирод? А, трактор уезжает. Трактор! Прыгай за ним, давай. Так я-то прыгнул с твоего лица. Позвольте. Говнюк. Да, здесь еще физику, блин, выучи. Оп. Да, немножко синий. Повис на листик, смотри. Отцепляйся. Тихо. Я в позиции. Стоять, погоди. Плохая позиция. Я мешаю тебе. Как? Ты лучше выйди оттуда или цепляйся за дно, держи его. Как я буду его держать-то? Так, подожди тогда. О! Вперед. Поехали! Погоди, я еще не встал. Не цепляется. Чувствую, мы с тобой не доедем. Ну да ладно, хватай. О, да ладно, поехали так. Давай. У-ху! Прыгай! Нет! Стас, зачем ты это сделал? Я хотел крутануть, а там еще ты видел, что там происходит дальше? Да, там весело. Ну там-то можно зачетырить, там уже дальше-то можно полететь. Оп, я за морковкой, смотри, нырнул. О, морковка защищает, смотри. Да, морковка защищает. Морковка непробиваемая. А ты вот сюда, да, ушел? Да, я вообще вниз улетел вместе с тачкой. А тут шарики еще какие-то, смотришь. Так я же тебе что и говорю, что они мешают. Они прикольно, они, наверное, затыкать будут дырки, не? Они, они мешают. Мешают. Мешающиеся шарики. Опа. Жалко, не хватает тебя. Можно об морковку зачетырить, интересно? Ну-ка, попробуй. А я не знаю, опа, как это сделать. А там дальше еще смерть нас ждет. Это я люблю. В принципе, не так уж и сложно. Да, как я? Да, круто было. Ну-ка еще раз. Оп! Там мина висит. Там мина висит. Да, да. Давай. О, ниже. О, да. Все листья поломали, блин. Ураган Кефри, господи, мы листья с тобой берем. Да, смотри, он проник мою ногу. Ты умер? Я оседлал лист. Да, говорит, я на листе. Не очень удачно взялись, я тебе. Ну ничего страшного. О-о-о, все хорош. Как это было? Это было прекрасно. Я держу. По-королевски все. Вошел. Поехали. По-королевски. Так. Теперь надо его туда. Лепина, мне страшно. Ты дышишь? Я спал. Нет, господи. Харюкин. Или как там у этого было... Нет, Люкенко он как-то по-тупому делал. Вот такое что-то у него было. Тихо, пузика. Держу. Прям вторым этажом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что сделал? Я ушел наверх, подожди. Я чуть не заруинил все. Да давай так, ладно, поехали. Через боль. Я живой.
Но ты выжил, но меня порвало просто на куски, меня даже нет. Я ж завис на месте. О! Я сильный. Да что такое с тобой, Станислав? Ну давай поехали так, господи. Иху! Я вошел в него. Сейчас пойдет взрываться, погоди. Нет, почему он к нам-то идет? Че, я утолкнул. Я утолкнул, он должен уйти. Надо волнение создавать. Ты живой? Да, я живой. Там еще вторая, погоди. Витька убийцы, дрыгающий ногами. Все, он пошел. Стас за морковкой сразу. Так, а теперь надо опять играть, как говорится, в читера. Да шо ж ты, земля. Земли, давай, попробуем. Нет. Никуда, наверх, давай, бедал, наверх, наверх. Так, поедем. Поехали. Погнали. Ты лодку забросил. О нет, лодка, иди ко мне. Папина лодка. Я тут дырку заткнул. Можно еще шариками, кстати. Хватай. Назад. Нет, я хочу жить. I will survive. Вылежу. Так, эпик был. Сейчас взорвется еще одна? Или там они все взорвались? А я не понял. Они все. Они все. Хватай морковь. Я либо в прошлый раз плохо схватился, либо было тяжело реально, но не получилось нормально выкрутить. Так, ну так, чё, давай. Ноги? Ты как будешь хватать? Ну лучше с этой стороны, с этой проще схватить. Смотри, как я встал, как этот, как миномет какой-то. Так, морковка на мне. У-ху! Ну смотри, вот, видимо, может быть, взялись лучше. Куда летим, я не знаю. Воу-воу, куда-то мы... О, кажется, мы перелетели, да? Что-то произошло не так, я так понял. Мы перелетели, судя по всему. У меня это все застыло. У меня идет отсчет до 0 секунд. У меня 2 минуты. Потом опять 2, а потом 8. О, connection timeout не пишется. Lost connection. Отпусти ты меня уже. Держится. Не слишком страшно. Тихо. Зачем ты меня отправил-то? Да я не хотел тебя отправлять. Зачем ты поехал? Я иду к тебе! Подожди, я живой. Нет, я был не живой. Я тебя обманул. Я был космическим кроликом. Оу! Опасный кролик. Тихо, я уже ехать хотел. Мне больно ножкам. Ты живой же, да? Да. Я живой. Твоя задача еще раз так же сделать, только улететь назад. А, там уже шарики какие-то полетели. Смотри, как... может он до тебя доплывет? О, ну-ка, сейчас, тихо, все, не делай ничего. Я ничего не делал, я хотел его туда отправить. Мне кажется, он останавливается. Давай, бурлируй, да, вот так, вот так, да, давай, воду. Отлично, идет ко мне, давай, Стас, включай мотор, бурли по полной программе, Стас, ты сможешь, давай, осталось, сейчас я чуть-чуть, он же уже здесь. Ух, бурлит. О, все, нормально. Турбулентность. Сверхтурбодвигатель включил. Я сейчас умру. Почему? А турбулируй меня в другую сторону. А что с тобой? Меня просто кидает из стороны. Все. Все, пролетай. На. Откуда здесь взялся шарик? А его там, походу, дело минами как-то на... Ой, у меня что-то опять. Чё, ну так хорошо прошли, что произошло? Lost Connection мне опять пишет. Игра против того, чтобы мы читерили. Мы же нормально читерим, по-честному. Ну все в порядке было-то, Оп, давай, поехали. О! Хвататься! Я всегда наготове лапки держу. Улетели. Давай. Стой, куда ты? Иду спасать.
спасай, вытаскивай эту штуку, я боюсь. Я бы с радостью пнул ногой. Это поза наказания. Держись, держись, держись. Да что ж такое-то? Он тут встал, блин, раком. Зато я могу с собой дырку закрыть. Это здорово. Ну вот так могу сделать. Хватай шарик, кидаем на мины. Я хочу вот эту штуку кинуть, не получается. Она вообще какая-то противная, это даже через нее перепрыгнуть сложно. Да в том-то и дело, она, блин, покатая такая, скользкая. Покатая, зараза. Держись! Держись, друг, держи меня тут. Опа, да шо ж ты. Да, блин, тут такой аппендикс маленький, попробуй еще упрыгай на нем куда-то. О! О-о-о-о! Хорош! Мастер. Да! Ну ладно, в этот раз нормально было. Это было бы очень западло. Такой старался стал. Проклятая лодка. Фух, я ее отправляю. Фух, главное сейчас мне не умереть. Ты живой? Я ее в космос отправил, судя по всему, она ушла далеко. Ну что ж ты делаешь, Ирод? Я держу тебя. На. Фу. Фух, да. Слышь, а может быть там не все взорвалось? Я боюсь, что там одна жива. Поэтому я за шариком иду. Да. Мина, мина, мина. Осторожно, я шарик несу. Давай. Воу, хорош. Жахнула. Ты будешь держать или что? Ну давай, возьмись. Так. Нам бы ту мину как-то взорвать, которая там на входе. Может, по-нормальному здесь попробовать, Нати? Можно, можно попробовать. Я не сильно уверен, что у нас... Хорошо получится! Давай, ты первый. Так как у тебя морковка, ты более... Блин! Чуть тебя... Держу. Да держись так. Ябадабаду! Так, оно пошло. Сейчас будет бабах. О, по-моему, обе. По-моему, обе. Обе рванули. А шмёточки шикарные. Так, так, чуть не умер. Ой. Прекрати, дай мне вылезти, я же умру. На тебе морковку. Ты издеваешься специально, что ли? На ноги мои. Да прекрати, мне надо. Ну держись за ноги, господи, я тебя вытащу. По-моему, все. Держись. Тихо. Может, перекруточка? Да, господи, уши у тебя! Перекруточка здесь ползком, ползком, гусеничкой надо было. Может, прям отсюда, прям с разгона и туда прям. Супер, супер. Ух. И? Где шарик порвало? О! Что произошло опять? Знаю. Мне какие-то странные звуки, нас просто жестко рвет. Мне тоже, и какие-то лаги адские. Поймал тебя. Если б не я, кто бы тебя спас? Это было круто. Вот это было очень круто. Правда, я умер. А ты жив, кстати? Да. Я жив. Ты даже тут выжил. Ты видал? Поехали. В душу, в душу, в душу, Стасу.
Мы даже читерно пройти не можем. Ну ты прикинь, что если проходить нормально, если читерно. Мне, знаешь, иногда даже кажется, что... О! Что нам так, даже возможно... Улетать в обратную сторону. Да, ну тогда ты расслабься. Получай удовольствие. Я-то расслаблен. Расслабься, получай удовольствие. Давай. Все. Так, нужна... А, ну, так, подожди, шар. Надо было, наверное, мне прыгнуть. Тихо. Берешь? Меня тоже вниз. Все, отлично, отпускай. Че, еще улетишь? Обе, по-моему, да? По звуку. Да. Да. Проклятые мины. Проклятые мины. Да меня-то за что? Отпусти ты мои сисечки. Чтобы морковку забрать. А, ты морковку взять? Ну так бы сказал. Господи, хочу морковку взять. Так, и что теперь? Получается, ты нас поведешь к светлому будущему? Не, ну я могу отдать тебе морковку, поведешь ты. Ну, давай. Страшно тебе, да, что? Ага, вот она вошла уже. Сразу горну! Захожу! Заношу морковку. Слушай, там уже дупло скоро будет, перестань. Опустить, что ли, я не понимаю. Дупло и совы появятся. Дупло и совы, да. Да ты выпрыгнешь не с морквой, гребаный. Отдай мне морковку. Не, она, походу, я взялся просто неудачно. Отжал Стас морковку. Да вообще отжал. Ты и без морковки не можешь выпрыгнуть. Я могу, я пытаюсь морковку у тебя отжать обратно. А, зачем она тебе? Я тебе помог. Вот я тоже теперь так буду стоять. Да, стой. Ладно, ты как тюлень настоящий выскочил, я верю. Так, подожди, надо подальше. Чуть-чуть поближе, да, сюда. Так. О. Во, вот так нормально будет. Надеюсь. Не, ну так хорошо, вот это вот. Я отпустил. Отпустил, молодец. Давай, давай. Там, походу, дело уже урчит что-то. А, вон он. Мне страшно, я боюсь это морковкой задеть, если честно. Да так, ты же да. Можешь. А ты же можешь нежно, нет, не можешь. О, да, кстати, тут легко можно задеть. О. Мне кажется, видите, появились пупырышки на спине. Нет, я просто использую морковку как толкатель, смотри. Видишь, я на морковку опираю вес. Давай, уже поехали. Хватит на свою морковку вес опирать. О, я в морковку вошел. Ты это видел? Мне что-то на месте, ты как будто забожил и встал. Да, я вошел в морковку. Давай, Витька! Кислороду давай! Ха-ха! Наконец-то! И без читерства, кстати. Да? Ну это для тех, кто только что сейчас включил видео. А, и без читерства. И без читерства. Легко на изи и без читерства. Ух! Тю-тю-тю-тю-тю! Космические бластеры. Ну что, мы посмотрим следующую миссию, да? Посмотрим следующую карту. Ну давай посмотрим. Ну, мы вроде его смотрели, не? О, не, не смотрели. Йо, и как тут? Как-то так. Я понял, что как-то так, но это не очень интересно. Ну попробуй, ладно. Типа надо лучше прыгать, да? Надо подальше, наверное, дойти и прыгнуть. Вот. Так. А тут... О, ни хрена себе, тут перепрыгивать надо из бассейна в бассейн. Ну для читеров здесь, кстати, раздолье. Получается. Но может быть мы и так можем пройти, здесь вроде не, пока не выглядит сложно. А ты попробуй, блин, тут он же это, как это, он не как Ихтиандр плавает, не по прямой, он как заворачивать начинает кролик. Ну да, он еще как тюлень такой, вот так вот да. Делает. Уй-уй. Ну давай, ты первый, я потом, я следующий. Оп. О, смотри, я уже перепрыгнул, второй. Да? Да. Ну, главное понять, под каким углом начинать. Вот от задней стеночки так раз и так. Вижу, как ты забуриваешься.
О, отлично вышел. Слушай, капец. О, там этот трактор. А, ты решил так, да? Ну так проще. А я трактор держу, кстати. Так, а мне главное... Давай на трактор садись ко мне. Не-не-не, на шипы, на трактор, Стас. Я перепутал шипы с трактором. Там мина, осторожно. Почему мы занырнули, я не понял. Жесть какая. И ты вообще давно не дышал. Я умер. Как я так затрудня... Я слегка дотронул. Я а живой. Ты выжил. Жесть какая-то просто. Как тут проходить-то по-нормальному, я не понимаю. Даже без этой тачки гораздо-гораздо проще. Хотя вот нет, наверное, да? Мне кажется, лучше через верх нам тут все перелететь. Буду течить время. Ну, попробуй зачетыри меня. А, зачетырить? Да. Возьми мои ноги. Возьми мои ноги. А! Я отказываюсь четырить. Почему? Ну видишь, ты вот погиб. Это было классно. На, держи. Ну давай, ладно. Оп. И мы уже здесь, смотри. Так, а теперь облетаем верхом. Вверху каком? Как раньше говорили. Как вверху каком? Не знаю. О чем это? Оу! Тяжело идет. Ой, спинушка. Оп, так, мы на пальме. Так, нам туда надо, в ту сторону, сейчас. Направо. Ну, крути направо. Давай. Опа. Так, тихо, давай спатимся, я осмотрю. Вернемся! Смотри, а там наверху, наверное, морковь. Не зря же эти ступеньки, да, наверх. Да, наверняка ступеньки туда, морковки идут. Смотри, какие они тут. Повезло, я выжил. Да, прям смотри, ступеньки. Я вижу, что ты хочешь меня убить уже не первый раз. А может быть... Слушай, да, а как туда зацепиться-то вообще нереально. С мины, что ли, как-то прыгнуть? Как, туда-то? Ну вот как туда запрыгнуть, чтобы начать движение? С распрыжки? Может, мы сверху идем вниз, а не снизу вверх? Как ты думаешь? Как-то вот так с распрыжки только, наверное, туда можно запрыгнуть. Может, мы идем сверху? Не, мы вот здесь должны как бы выйти. Да, здесь точно. Ну ладно, давай оставим это на потом. Тут, я думаю, не очень сложно будет для читеров. Тут, видишь, все поверху можно пройти. И мое тело нежное, доверившееся тебе. Причем, кстати, хочу заметить. А ты мне два раза в шипы ногу проткнул, потом голову. Было смертельно. Ногу. Опа. Хорош. Второй раз. А здесь, походу, дело финал уже. Ну где-то же должна быть морковь. Наверное, она наверху. Скорее всего, наверху, он по тем ступенькам. Здесь уже, видишь, ничего. А, нет, куда-то... А, смотри, указание вниз. Показывает. Посмотришь? Иду. Кнопки. Опачки. А морковка может быть вправо? А здесь финал, наверное. И про... У меня вообще заглючило все. У меня все зависло. Скорее всего, вот эти штуки, они мешают доплыть до финиша. Типа, что ты за... Ну, типа, задохнешься по пути. Они очень сильно пинают и мешают. Ну, на это расчет, да. Ну, я думаю, хватит. Что ж, это была очередная серия кроликов. Супер Банни Бенников. Я не знаю, ну, честно, блин, конечно, адски. Даже с четырьмя мы уже теперь по часу играем. То есть, если раньше, да, мы просто играли по часу и говорили, ой, как много играем, теперь мы четыре, мы по часу играем. Что будет дальше? Ад вообще, наверное, какой-то. Но мы продолжим.
А пока. Ставьте лайки, в описании ссылочка лупаниста, группа ВКонтакте, у меня на Стаса ссылку, Стаса на меня, и вообще там вы не забывайте добавлять плейлисты и делиться этим видео с друзьями. Колокольчик, ребята, обязательно нажмакайте, насколько я сейчас знаю, новая система пришла, и она очень хорошо помогает продвигать контент, контент-мейкеров. Да, надо колоколить по полной программе. По колоколам бейте, в общем. Всем, кого видите. Все, пока. Всем пока.